Всем привет, с вами ваш Заграндом. На данном видео мы ответим на три вопроса. Это первый шаг при строительстве фундамента. Определяем, какой тип грунта на вашем участке. Многие спросят, зачем мне это нужно. Вот на этот вопрос мы вам и ответим. Второе. Приведем пример последствий игнорирования первого шага. То есть, как пучение грунта влияет на ваш фундамент. И третье. Вы построили дом, ваш дом рушится. Соответственно, либо вы проигнорировали первый шаг, либо просто о нем не знали. Соответственно, что делать? Вот на эти три вопроса мы вам и ответим. Поехали! Первый шаг перед строительством дома заключается в определении грунта на вашем участке. Это делается для того, чтобы определить, на какую глубину он промерзает. Так как в одном и том же регионе разные грунты промерзают на разную глубину. К примеру, Московская область. Глина и суглина промерзают на 1,35 м. Суписи, пылеватые и мелкие пески промерзают на 1,64 м. Пески крупные, гравистые и средней крупности промерзают на 1,76 м. Крупнообломочные грунты на 2 метра. Нам необходимо знать это для того, чтобы понимать, что разный грунт вызывает разные пучения грунта. Соответственно, нам нужно понимать, какое пучение будет именно на вашем участке. Также нужно понимать, какая глубина промерзания грунта будет на вашем участке, чтобы сделать правильную глубину заложения фундамента, а также принять все меры по защите фундамента от сил, воздействующих на них. В связи с этим многие спросят, как же определить тип грунта. Для этого вызывается геологическое исследование или же просто уточните у построившего соседа. Теперь мы знаем, какой грунт находится на вашем участке. Далее заходим в сайт, ссылка будет в описании под видео. Находим в таблице свой город либо регион и сопоставляем его с типом грунта на вашем участке. К примеру, берем Москву и грунт суглины. Промерзание грунта здесь будет 1,35 м. Или, к примеру, возьмем другой город. Уфа. Мелкие пески, у которых промерзание будет 1,93 м. На данной таблице мы постарались описать каждый регион России. Если же вы не нашли свой город либо регион, вы можете сделать самостоятельные подсчеты по данной формуле, согласно СНИП. Далее переходим ко второму вопросу. Это последствия игнорирования первого шага, то есть как влияет пучение грунта на фундамент и его последствия. Мы поняли, что такое пучение грунта и как тип грунта влияет на него. Мы рассмотрим очень популярный пример, когда фундамент заложен выше уровня промерзания. Люди построили дом. Проходит первый год. Не морозная зима. Второй год. Также не морозный. Соответственно, грунт промерзает не на максимальную глубину. И тут приходит третий год. Холодная зима. То есть первые два года были зимы не холодные. И уровень промерзания был не глубокий. А на третий год пришла холодная зима, что привело к данному эффекту. Промерзание происходит горизонтально и, как правило, не заходит под все строение. Это влияние, как правило, волнообразное из года в год и приводит к трещинам на фундаменте, стенах и так далее. Так как на него действуют основные две силы – это вертикальные зацепные усилия и боковые воздействия. И очень часто поднимается одна сторона дома, так как грунт промерзает неравномерно. И необходимо срочно принимать меры, иначе последствия будут очень плачевны, так как состояние фундамента и всего дома будет ухудшаться нарастающе. И теперь переходим к третьему вопросу. Если вы игнорировали первый шаг, что теперь делать? Не расстраивайтесь, так как есть несколько выходов, и один из них – это утепление отмостки. На данном примере мы видим дом без утепленной отмостки. И промерзание грунта доходит до фундамента. И, соответственно, воздействует на него. А теперь утеплим ее. И что тут видим?
что промерзание не доходит до нашего фундамента. Соответственно, дом не будет подвергаться нагрузкам и разрушаться. Способов утепления отмостки довольно-таки много, такие как финская, обычная и так далее. Так как утепление отмостки – это целая технология, и для нее мы посвятили отдельное видео и инструкцию на нашем канале и на нашем сайте. Здесь же просто представлена просто схема. Также мы занимаемся строительством и ремонтом домов. И к нам бывают такие обращения. Как я заложил фундамент ниже уровня промерзания, но дом у меня поднимается и опускается вниз при пучине грунта. Почему? Такое случается редко, но также бывает. Последствия и уровень трещин на порядок меньше, но также может привести к повреждению самого фундамента и трещинам. А происходит следующее. Фундамент заложен ниже уровня промерзания. Воздействия на подошву фундамента нет. Но если фундамент никак не защищен, остается касательная сила, которая действует на фундамент и может повредить его и привести к похожим последствиям. Чтобы не было таких ситуаций, то при строительстве фундамента необходимо делать следующее. Обмазочную гидроизоляцию, она уменьшает сцепление с грунтом, утепление отмостки и так далее. Но это уже другая тема, как грамотно сделать фундамент. Кто-то скажет, что я могу построить дом выше промерзания грунта и просто сделать утепленную отмостку. Но не спешите. Как правильно делать утепленные отмостки и как правильно делать фундамент, вы можете посмотреть у нас на сайте, либо на нашем канале. И не путайте, ремонт и строительство. Лучше сразу сделать все правильно, чтобы потом не делать ремонт. На данном видео мы вам рассказали, как правильно рассчитать глубину заложения фундамента, последствия, что будет, если вы неправильно рассчитаете, а также как решить проблему, если вы неправильно заложили фундамент. С вами был ваш Заграндом. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока!